Вечер на Интере продолжает выпуск подробностей. Расскажем о самых главных событиях к этому часу. В студии с вами я, Анастасия Даугуля, и вот о чем пойдет речь сегодня. Детектив в захваченной столичной мэрии. Сотрудники сообщают, что вскрыто и разорено хранилище муниципальных наград. Мы провели собственное расследование. Зимний Крым и Карпаты, где украинцы проводят новогодние каникулы и набираются сил для рабочих будней. Как отмечают семейные и домашние праздники те, у кого нет ни дома, ни семьи. Бездомные говорят, что милостыню нынче не дождешься. Кому война, а кому зима. Как первый за много лет снег остановил войну в Сирии. Смотрите специальный репортаж подробностей. Награды на вынос. В столичную милицию сегодня обратились сотрудники Киевской государственной администрации. Заявили, помещение, где хранились муниципальные награды, вскрыто, там полный беспорядок. Активисты Майдана, занявшие администрацию, несколько часов не допускали нашу съемочную группу на место происшествия. Кто присвоил себе чужие медали, разбиралась наш корреспондент Антонина Моровди. С утра пораньше в городадминистрации переполох. Сотрудники узнали, что ночью вскрыли подвальное помещение, где хранятся награды, памятные знаки, медали. Первым шум услышал электрик, сказал людям, которые ночью оставались в здании. Ну, честно говоря, здесь еще после 11, а потом до 5, вот, там 3 часа. На Майдану сказали сразу это. Я тем хлопцам, которые 4 человека стоят рядом, им сказал. Сотрудники городадминистрации с утра вызвали милицию, хоть в помещение все-таки не попали. Работников пресс-службы несколько часов не пускали в комнату с наградами. Журналистам в подвал тоже вход воспрещен. Информацию у людей, которые называют себя охранниками, вырываем по крупицам. Да ничего там интересного нет. Это только для того, чтобы скандал устроить. И все. Крадут, мало ли что крадут. Мы при чем-то. На месте работает следственная группа. Она попала в подвал, охраняемый митингующими. Но сделать видеофиксацию людям в погонах не дали. У сотрудников милиции очень часто возникает такая проблема, когда поступают сообщения о том, что произошло какое-то происшествие либо на Майдане независимости, либо в КМДА. И очень часто охрана этого здания не пропускает сотрудников милиции внутрь для того, чтобы провести осмотр места происшествия и все это зафиксировать. Часть наград, около 100 коробок, каждая по 5 килограммов, милиционеры находят в подвале под кухней. Это совсем в другом конце здания. Но и сюда нам входа нет. Рома, на кухне не запускать никого. Встаньте вот там на кухне, никого не пускать. Сколько пропало наград и куда они делись? Все разговоры в городадминистрации сегодня об этом. Охранник, который представился нам как Макс Апельсин, говорит, что награды раздавали людям на Майдане. Один чувак возле Хрещатика, определенным людям, кто на засадах ходил и раздавал коробочки белые. Я думал, то печенье, а потом узнал, что именно это. 4 часа мы ждем возле ограждений. Наконец попадаем в подвал, но не в то помещение, где хранились медали. Дожидаемся еще одного человека, который тоже представляется охранником здания. Медали здесь хранились 50 лет победы в Великой Отечественной войне, потом память 1500-летия Киева и медали за ветерана труда. А там сейчас их пересчитывают? Да, там пересчитывают. Мы можем на 2 минуты сойти? А почему? Давайте. Нас пускают дальше, но и здесь вводят ограничения. Девушка, у вас время пошло, минута времени. Хорошо. Эта комната была забита под потолок. Сейчас все разбросано, замок сорвали, петли спилили. Мы узнаем от охранников Майдана, что к нашему приходу большую часть результатов погрома уже устранили. И под вечер появляется человек, который представляется комендантом администрации. Будем разбираться, как оно могло быть перенесено, кто відповідав за ті безпеку в тих приміщеннях. Ну і, звичайно, що будемо робити кадрові рішення. Валентина из отдела наград сегодня целую ночь будет работать. Говорит, все равно не управится. Розірвано все, розкидано медалі, самі посвідчення. З якою цілю воно було зроблено, я не знаю. І навіщо вони це зробили? Ну, звичайно, вони зараз говорять про те, що це зробили провокатори, вони того не робили. Але то просто такий об'єм, скільки вони винесли, то нереально. 2-3 особи, які, щоб вони самостійно це зробили. Скільки коштує кожна медаль, я вам не скажу, але що там не просте залізо чи ще якісь матеріали, там щось є цінні. Міліція працює на місці, збирає інформацію. Начато уголовне производство по факту кражі.
Оценить, сколько медалей пропало, а сколько осталось, город-администрации пока не могут. На это уйдет несколько недель. Многие из них еще советских времен и начала независимости Украины. Пока их будут считать вручную и поднимать архивные документы. Антонина Моровди, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер.